Сингапурская алмазная инвестиционная биржа объявила, что будет использовать технологию блокчейн. Как сообщает CoinIdle, эта технология будет использоваться для аутентификации алмазов, архивирования данных и торговли. Ключевая международная организация стремится преодолеть глобальный поток нелегальных алмазов и уже предложила использовать технологию блокчейн для борьбы с кровавыми бриллиантами на мировом рынке. Технология блокчейн широко используется для предметов роскоши, недвижимости, аутентичности предметов искусства и теперь регистрации алмазов.